31 год назад была учинена кровавая расправа над мирными жителями, вышедшими на улицы и площади Баку, чтобы выразить протест против вопиющей несправедливости, агрессии Армении, предъявляющей территориальные претензии к Азербайджану, и покровительства ей руководства бывшего СССР. Войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана, по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года убили до 150 мирных жителей, более 700 человек получили ранения. Доблесть, проявленная жителями республики в те трагические дни, в итоге привела Азербайджан к независимости. События 20 января 1990 года стали очередной страницей героической летописи борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Несмотря на то, что с тех кровавых событий прошел 31 год, азербайджанский народ навсегда запомнил ту страшную ночь. Эта трагедия увековечена в память азербайджанского народа как день всенародной скорби. Ежегодно 20 января с раннего утра десятки тысяч людей приходят на аллею шахидов Шехидляр Хиябаны в Баку, чтобы почтить память жителей, отдавших жизнь за свободу и территориальную целостность Азербайджана. В связи с 31-й годовщиной кровавой расправы, учиненной Советской империей в Баку, президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Шехидляр Хиябаны. Глава государства и Мехрибан Алиева почтили память погибших за свободу нашей страны. Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь». Прозвучал государственный гимн Азербайджанской республики. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arıbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.